В Бердянске отдыхающих готовы принять частники, которые сдают квартиры или комнаты, а также многочисленные базы отдыха и гостиницы. Конкуренция зашкаливает, поэтому каждый пытается чем-то удивить гостей. Прежде всего, развивают инфраструктуру и улучшают условия проживания. На этой базе отдыха за осенне-зимнее время построили 2 новых корпуса. Теперь наводят идеальную чистоту на всей территории. Многие были за границей, многие были в хороших условиях. Естественно, как бы потребность в удобствах увеличилось, и каждый стремится как бы к улучшению состояния базы, состояния номеров. Также мы к этому стремимся, естественно, как бы есть потребность в этом, и это первое, что спрашивают. Цены в новом сезоне, если и вырастут, то несущественно, чтобы не спугнуть туристов, говорят владельцы курортно-оздоровительных заведений. На базах отдыха в среднем за сутки в номере нужно будет заплатить 300-600 гривен. Так, сравнительно с прошлым сезоном, цены на этой базе поднялись приблизительно на 50 гривен. Среди клиентов преимущественно семьи с детьми. На вот этих стенах находится выставка работ наших детей, которые отдыхали в прошлом году. Вот мы их сохраняем, каждый год они рисуют, и эта память остается у нас на долгие годы. На семьи с детьми ориентируются также и в Приморске. На этой базе отдыха к пляжному сезону начали готовиться, как только закончился прошлый. По возможности сделан ремонт в номерах, закуплены кондиционеры. Накануне приезда первых гостей занимаются уборкой и обустройством территории. Местные говорят, многие приезжают в Приморск, потому что верят в целебный климат. Мы находимся в открытом море. Мы защищены Бердянской косой со стороны Мариуполя и косой Обиточной со стороны Кирилловки. Таким образом, в единице объема воды, вода здесь всегда самая чистая. Проживание на базах в Приморске в среднем будет стоить от 300 гривен за сутки с питанием. А это уже Кирилловка. Здесь каждый сможет найти для себя подходящий по бюджету отдых. На территории Кирилловки более 300 различных баз отдыха, и каждый год строятся новые. Конкуренция также большая, поэтому владельцам местного курортного бизнеса приходится бороться за своих клиентов. Работники этой базы перед открытием сезона сделали ремонт в каждом номере. Это люкс, который стоит в среднем 400 гривен в сутки. Вот мы вам покажем один из лучших своих номеров, которые вмещают в себя 2 комнаты, имеют кухню, на которой люди могут себе сами приготовить, кушать. Номера попроще обойдутся в 2 раза дешевле. Подробнее о том, какой отдых ожидает запорожцев на самых популярных курортах области, смотрите в субботу в 19:00 в программе «Тыждень підсумки». Евгения Маловик, Игорь Стрельцов, Игорь Бахиркин, ТВ5.